12 мая – Международный день медицинской сестры. Сейчас этот праздник как никогда актуален. Именно эти люди наравне с врачами работают в сложных условиях пандемии коронавируса. Однако их труд зачастую остается в тени. В честь праздника в Твери открыли музей, посвященный сестрам милосердия императорской России. Сестрички так ласково называли отважных девушек с нежными руками бойцы на фронтах Великой Отечественной. А еще раньше они носили имя дочерей милосердия. В праздничную дату музей перинатального центра расширил свою экспозицию и пополнился портретной галереей «Лики милосердия», посвященной деятельности сестер милосердия в военных действиях от Крымской до Первой мировой войны. Портрет, который мы здесь видим, каждая сестра милосердия, это просто уникальные личности с очень интересными судьбами. Все в основном из благородных дворянских семей, которые оставили свою такую светскую жизнь и отдались полностью служению милосердия. И практически о каждой из этих женщин можно снять фильм, написать книгу или создать музей. В расширенном музее представлена экспозиция, рассказывающая историю становления сестринского дела середины 19 века до 1917 года. Музей был создан благотворительным фондом имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной при поддержке правительства Тверской области. Мы гордимся тем, что именно в стенах перинатального центра располагается музей имени Екатерины Михайловны Бакуниной. Наша профессия связана с милосердием. И человек, который он является недобрым, немилосердным, он не может работать в медицине. И это очень важно. Помню историю, наши молодые поколения, беря пример со своих сверстников, но в те времена это будет хорошее наше будущее профессиональное. И в наше время случайно люди в этой профессии надолго не задерживаются. Туда идут только по призванию. Для многих работа медсестрой – это образ жизни, призвание, которое переросло в истинное служение людям, нуждающимся в заботе и внимании. Так Нина Владимировна Степанова работает медицинской сестрой с 1972 года. Женщина рассказывает, что выбрала эту профессию по воле судьбы. Когда встретила на своем пути молодого фельдшера, которая пришла к нам в деревню, в сельскую местность, и она нас очень увлекла своей работой. Приглашала нас, на вызовы ездили, учила оказанию первой медицинской помощи, и это стало судьбой. Сейчас медсестры составляют многочисленную категорию работников медицины. Профессия – важная часть системы здравоохранения во всем мире. Всего в Тверской области насчитывается около 11 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала, которые работают в операционных, бригадах скорой помощи, перинатальных центрах, стационарах и поликлиниках. Сестра сейчас выполняет огромную работу. Врач выполняет врачебную работу, а все остальное, весь фундамент идет, это, конечно, работа медсестры. И страшно представить на минуту, что медицинского персонала среднего нету в больнице. Поэтому врачи очень оценивают нашу, и вообще в последнее время оценивается наша работа очень высоко. И даже в свой профессиональный праздник многие медсестры продолжают работать, ухаживать за пациентами, приободрять и давать веру людям в победу над болезнью.